Пусть путь в кафе будет устлан цветами, подумали владельцы заведения общепита и соорудили прямо перед входом цветники. Петуньи радуют глаз не только клиентов, но и всех проходящих мимо. На благо бизнеса, на благо района. Очень нравится участвовать в озеленительных проектах. Не один раз уже этим воспользовались. Это привлекает клиентов как молодого поколения, так и взрослого поколения. Рады помочь администрации. И очень приятно, когда и другие наши оппоненты, может быть, даже чуть-чуть конкуренты тоже участвуют в этом. Предприниматели промышленного района с энтузиазмом встретили городскую программу «Цветущий город», принятую по инициативе главы Самары Олега Фурсова. Пышным цветом зацвели клумбы у ресторанов, парикмахерских и магазинов. Районная администрация только подсказывает предпринимателям, в каком стиле оформлять входные группы цветами. Мы, скажем, содействуем в этом плане, что, говорим, примерно должна быть такая композиция. Понимаешь, можно на одной и той же Старозагорье или здесь, например, выставить разные предприниматели, могут совершенно различные свои воображения построить, и не будет полной гармонии улицы. А когда мы говорим, что в одном стиле, где они покупают, как покупают, это уже мы не касаемся в этот бизнес. Но общий стиль мы формируем. В промышленном районе высажено уже 1500 цветников. Это для сравнения примерно 4 футбольных поля. Не отстают и в Кировском районе. Большие цветочные композиции появятся не только на центральных улицах, но и в отдаленных. В Зубчининовке расцветет улица Магистральная. Сегодня мы выполняем только горизонтальные композиции, но они имеют свою конфигурацию рисунка. Поэтому с применением различных посадочных материалов этот бунга так назову его ковер, он выглядит красиво. Впоследствии мы планируем и вертикальные конструкции, и ландшафтный дизайн с применением инертных материалов. В этом году по всему городу площадь цветников увеличится на 24%. Активное участие принимают и предприниматели. Они откликнулись на призыв городских властей участвовать в программе «Цветущий город». А потому, возможно, Самара станет самым цветущим городом Поволжья. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.